Всем привет! Сегодня у нас 14 октября 2019 год. На улице плюс 23,5 градуса тепла. Решил я воск перетопить, стоял уже у меня в этой вот таре. Наверное, месяц целый. Лед сегодня пчел так слабенький. Не это, они не заинтересованы запахом воска, так что решил я перетопить. Потому что раньше, месяц назад, было воровство сильное. Такая у нас вот воскотопка. У меня на канале уже есть, кто знает про видео. Это у нас емкость от стиральной машины алюминиевая. Сверху фланец я расправил, здесь идет прилегающий по плоскости. Такой вот уплотнитель на этот раз я поставил, толстый вот, и то немного пропускаю где-нигде. И шланг уже зажатый у нас не проволокой, а хомутами здесь и здесь на выходе. Покуда она заходила в режим пара сильного, то отсюда воск натек и забил это у нас отверстие, забил. Стало сюда выпираться с этой с прохладки даже. Когда поднял его пошевелить ломиком, чтобы легче было вниз проходить пару, то видно было сюда вырвато давлением уплотнитель этот наш. Ну, сейчас уже процесс пошел, и не выбивая нигде с прохладки. Да, поставил уже стянку такую, чтобы не пырскало сюда на перегородку эту. Видно, вот воск у нас капает. Ну, это уже запотел объектив. Это уже у нас, вот видно, он немного так капает. С этой стороны пара нема, ближе подберемся. Такий вот напорчик. Небольшой, но стабильный. Здесь из 24 рамок материала у нас в этой вот бочке. С 24 рамок. Сушь такая, замоченная уже, размокшая. Так что хорошо вытапливается. Сначала снизу было, нападало густый таки воск было. Сейчас уже парами его растопило. Довольно горячее такое ведро снизу, градусов, наверное. Ай, ну под 60 будет, руку держит, так особо нельзя выдержать, горячевато. И вот видно воск. Слышно, когда подставляю я проволоку даже, то шум, это давление. Ну, наверное, думаю, атмосферы две создается, то, что поднимая вот эти вот бетонные блоки. Когда заткнут снизу дырку воском забило, то я просто поднимала у нас крышку саму и выбивала прохладку. Конкретно так давление держит. Парогенератор у меня самодельный. Также на канале есть на его ссылку на видео, я на парогенератор сброшу в описании. Идет такая вот труба толстая. И сюда полностью до упора, до стенки под углом. Когда пламя обхватывает ее, то конкретно нагревает. Вот видно, уже так дрова выгорели. И сверху труба до самого зада туда. Там подогревается у нас вода. Выходит сюда. Пошла сюда по трубе. Здесь у нас вытяжка идет сразу вот вверх. Удлинил на две трубы, то что тяги не было. Внутри в этой трубе стоит сотая труба на сам дымоход. И когда вот пар сюда заходит, он догревается в этой трубе, и сюда выходит уже горячий пар. А с этой вот отверстия это здесь больше такой насыщенный, не перегретый пар. Вот я открою сейчас немного. Видно. Пошел он. Ну, дрова сейчас уже почти выгорели, так слабенький напор. А когда сильно горели, то открывал, то туда так выбивало стенку прямо.
закрываем, пускай на воскотопку идет. Буквально я вот залил сюда 2,5 ведра, 25 литров воды, и закипели они где-то, я скажу, за минут 10, когда сильное пламя пошло. За 10 минут 2 ведра воды закипело. Потом там у меня, я сюда сбрасывал разную фанеру, да все, забилось немного так. Стало пламя меньше, то долго. В режим она заходила, наверное, полчаса так, эта воскотопка. И когда уже вот зашла в режим, пара сильная стала поднимать эту крышку. Я приоткрыл здесь, чтобы не срывало особо ничего. Приоткрыл этот вот для насыщенной пары кран, чтобы давление стравливалось. Открыл я груза, убрал крышку. Там все перемешал. Накрыл все обратно. И закрыл уже этот опять кран. И сюда пошло давление и воск вместе с давлением. Буквально за 5 минут начал выбивать. Так как у меня были занятые руки, я бегал вокруг этого агрегата, чтобы запустить воск этот, чтобы пошел. Снимать некогда было. Ну а сейчас вот есть время. Видно вот. Пошел струйкой. Струйкой воск пошел такой. Сейчас я пойду. Пошевелю дрова в топке. И посмотрим, что у нас с этого получится. На объективе я знаю, что сейчас припотею немного. Ну, думаю, будет видно. Нельзя поставить этого котика сюда. Стоял. Ладно. Пойдем пошевелим вместе, а потом уже угли. А потом уже пойдем глядеть. Так, воск течет. Ну уже жар остался, жара много в грубе. Топки сама. Всего подвес. Шевелю малость. Конечно, колосники сюда надо. Были бы колосники, совсем другая тяга была. О, пластину подшевелил. Это с разобранных телевизоров. Фанера клеенная. Вот она загорелась. Клеенная фанера у нас. Селика. Прикрываем, чтобы сюда не шло особо. О, сразу здесь зашипело. Видно, воск стал не высекать, а вылетать. По-быстрому ставим жестянку сюда. Бляха. Муха, так. О. Это она не так мало стояла. Другому. Ладно, подержу. Вот, угадал. Ай, руки ошпарить можно. Поднять надо срочно, а не получается. У нас перчатки одену. Упала жестянка, конечно, в эти перчатки. Хреновато где нам поднять, мы поднимем. О! Чего, поднятая жестянка наша. Ладно, сейчас я это дело двумя руками все отфиксирую, зафиксирую. Вернее, отлажу дело. Все, жестянка зафиксирована. Жестянку я зафиксировал. Видно, у него воск урезается, что вылетает, истекая вниз. Он и так бы вот врезался, но большинство, видно, наверх идет вот сюда. Надо на выход этот, я думаю, какую-то трубку такую
сделать металлическую. Но приварить не получится. Какую-нибудь сварку холодную, что ли, посадить. Чтоб вниз выходил пар этот с воском. А то в сторону выбивая, так плохо получается. Надо что-то вот ставить сюда, так что вот с этой стороны. Чтобы он врезался, этот воск, и вниз пара. Видно, он стекая. Уголочка снизу. Парогенератор наш, я не знаю, сколько пара выдает в час. Ну, двух ведер. Думаю, часа на два, на три хватит, чтобы они выкипели. Конкретное, получается, конкретное количество пара. Под давлением здесь вылетает, не просто так все это дело. Вот. Сейчас я проволоку подставлю. Слышно. Сразу. Вот он так шипит сейчас. А. С проволокой сильнее. Ну, давление нормальное такое. Надо искать конкретное. Пускай 24 где-то, 25 рамок. 435 на 300 здесь у нас в этой емкости. Основной воск уже высек. Сразу он, когда она в режим зашла, сильно-сильно потек. Можно сказать, струйка в диаметре миллиметра, наверное, 6-7. Полностью поток был такой воска. И снизу сразу он застывал. Мелкий, такие дисперсия мелкая была, шариками. Неоднородная. А потом уже, когда нагрело паром все, так уже он и растопился. Емкость теплая. Те разы я перегонял зимой. А сейчас тепло. Вот видно, сверху пар выбиваю немного сюда. Сейчас тепло, то воск у нас получается будет разогретый. И хорошо сядет. Ну, такая вот у нас процесс перетопки. Конечно, хорошо было, чтобы пресс еще был, чтобы это вот сразу, что перетопленное у нас стоит в емкости, разогретое, сразу бы пресс забросил и отжал. Там еще остается воска, наверное, полкилограмма, даже больше, после перетопки. С тех пар, что я зимой перетапливал, так удалось немного подсушить ведро где-то. И на хранение положил, потом уже, может, пресс сделаю, так с прессом еще раз заброшу, и раз это разогрею, и с прессом отожму. А это покуда, думаю, сейчас теплый, так что останется, на солнце положу, оно высохнет, также в резерве будет лежать. Плохо, конечно, без пресса, но как получается. Ну, основную массу тем воском мы заберем этого. Там уже останется, так останется. Можно сказать, главное основу забрать, а там уже особо не волнует нас это дело. Там положил кол, заливал я вот эту мосточку такую, да мокрые. Древесина поставалась, так подсушиваю и сюда в топку выбрасываю. Это уже негодная древесина никуда. Я ее цементе да в грязи пускаю, короче, на дрова, на парогенератор. Даже мокрую забрасываешь, она быстро там сохнет и горит. В процессе я тут уже, когда все доделаю, становлю этот парогенератор стационарно. Труба будет не вверх выходить, а под углом. А на улице забетонирую рельсу и провору стойку трубы в высоту метра три, думаю, такой вот трубой. И будет эта вытяжка для парогенератора там. И свинец собираюсь сплавить, грузы, то сделаю вытяжку. Короче, такую универсальную. Так что будем реализовывать наши планы. Ай, покуда потиху течет воск.
Потом я вот что получится с этой партией. Короче, поставлю видео на заставку, что у нас фото сфотографирую, что выйдет с этого вот вытопки с 25 рамок, сколько выйдет воска. Рамки были такие, скажу, молью немного восковой подгрызены. Так что воска, не знаю, сколько там она, немного моль спортила, короче. Пчелы троху летают у нас, а? Села на горячую трубу. Ну не так, как летом, думаю, летали бы. А сейчас одна-две прилетела, а летом тут бы их рой было. А так как пар горячий, туда падали бы, топились. Жалко пчел было. Ну ладно, буду я заканчивать. Ай, воск тече. Еще это не один час времени займет дело. А еще дров подкину. Потом воды подолью в ведро, чтобы конкретно уже выгнало. Может даже до вечера. Пускай. Потихоньку гонит. Ломаши разное хватает у нас, чтобы грубу забрасывать эту на парогенератор. Сейчас уже у нас 4 часа. Как раз до 7 часов. Еще 3 часа потечет он. А там уже можно убирать все. Уже темно будет потом, после 7. Темнее уже, полседьмого, солнце садится, всем уже темно. Ладно, буду выключаться. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Постараюсь ответить всем. Всем удачи, хорошего дня, до свидания.